Я свой покой утратил на калиноспорт, блядь. Подожди, бля! Оу! Они меняют только буквы и название. Все, вот этот шаолинь у них вот такой, блядь. А ощущение было такое, как будто я ехал вот ну на чистой хуйне. Я его почему? Бля, потому что я только что помыл. Ух, ёб твою мать! Одна хочет уебать от склипси... Ой, эти шлип, блядь. Фиксики! Фиксики! Вот они и то блатнее делают. Братва, ну я напоминаю, что спонсор канала — это компания 1xbet, которая также спонсирует множество спортивных клубов и мероприятий. Компания 1xbet — это всегда высокие коэффициенты и быстрые выплаты. Переходите по ссылке в верхнем комментарии, регистрируйтесь и получайте ебейшие бонусы. Плюс ко всему, пацаны, по моему промокоду Асата вы можете хапнуть до 100 баксов на первый депозит. Но если депозит уже есть, перерегистрируйтесь и хапните его заново. 1xbet базарит. Столько лет. Вообще же нихуя не изменилось. Вот она какого года, хуй ее знает, эта кочерга ебаная. Друшлак, половник. Вот он, этот тип опасный. Смотри, что у него за тонировка, бля. Может, у нее, бля, на саморезы переебошены, бля. Бля, да чего же калина ужасная машина, нет, первая? Как можно было вообще такой кузов придумать? Я его все... Всем салам, пацаны! Настроение просто превосходное. Вот, и мы сегодня снимаем очередное говно под названием «Калина, блядь, спорт». 1-1, бля. Калина Спорт 1, Спорт 1, бля. У них же еще был, бля, Калина Спорт 2, бля. А вот там спереди едет Калина Спорт 2. Калина 2 Спорт, точнее. Калина 2 Спорта — это Калина 1 Спорт, а потом есть Калина 1 Спорт 2. Короче, они там полные уебки, бля. Если на самом деле очень сильно захотеть, этот спорт можно, бля, пешком обогнать, бля. Вот, ну, прям, если взять себя в руки, короче, и вот, ну, очень сильно задаться целью, бля, то можно его в натуре обогнать, бля, пешком. Бля, как на нем страшно передвигаться, бля. Ну, это же спорт. Все как всегда, бля. Все шумит, здесь еще старая коробка, то она воет, пиздец, блядь. Сейчас мы еще с кондишеном, по-моему, едем, бля. Бля, пацаны, я бы вам остановился с удовольствием, просто не хочу подвергать вас мукам, бля. Вас хуйте в глаз, бля. Вот у нас Калина вторая, спорт, которую мы сейчас тоже будем тестировать. Ну, а тестировать сделаем сравнительный. Оу, подожди, бля! Оу! Ах, нечестно, я врут, ебал. Почему я еду на спорте так, как не на спорте, бля? Ты заметил, у него один стоп не работает. Бля, пизда коробки. На BMW ж такая хуйня была. Он же нам так сказал, что типа, бля, чек коробки горит из-за того, что, бля, там что-то со стопами, бля, что-то там у них фишки плавятся и ошибка на коробке. И в итоге, бля, нам из-за стопов привет сказал, сука, маховик, бля. Плюс ко всему это еще ихняя болезнь, бля. Я вообще хуею, что за болезнь, бля. Бля, достал меня уже этот аккумулятор, если честно. Да, пацаны, короче, решил поменять себе аккумулятор. Этот меня уже в доску достал, клянусь. Второй аккумулятор один и тот же, я уже вторую целку поставил, он в усмерть, короче, умер. Простите за тавтологию. Короче, нахрен его отсюда. Я пошел покупать себе новый аккумулятор. Мой выбор пал на аккумулятор топлан. Вообще, бля, в моем понимании, бля, любой, как это сказать, любой, бля, любая карета, бля, с приставкой спорт, она должна, бля, рулиться, да? Ну, ой, рулиться, она должна ехать. Хотя бы как ехать. Ну, хотя бы как, ну, хотя бы ехать. То есть, хуй с ним срулиться, но хотя бы прямо
срулиться, да? Ебанутое что за выражение, срулиться, бля. Ну это все так по-вазовски. Ну АвтоВАЗ, походу, об этом не знает. Он как бы не слышит, им же похую. У них спорт это просто, бля, прилагательное, бля, ебаный в рот, бля. Пиздец, вот, вот вам, бля, пацаны, короче, на ваши просьбы мы отреагировали. Снимаем вам первую калину, но помимо того, что это первая калина, это еще и спорт. Калина спорт один. Я в ахуе. Мы продолжаем разъебывать АвтоВАЗ и будем это делать до тех пор, мы будем ебать его до тех пор, пока эти, блядь, гандошлепы меня не услышат. Пока вы не услышите народ, пока вы не выйдете со мной на связь. Они выйдут они со мной на связь, знаешь почему? Потому что выйти с бородой на связь, это значит признать его. Признать то, что борода прав, понимаешь? А причин ебать их у нас, по-моему, еще будет много, потому что скоро на свет выходит очередное творение АвтоВАЗа, спортивное, подчеркиваю, спортивное, бля, Гранта FL Sport, бля. Так что сегодня у нас опять, бля, спортивный обзор, бля, на, бля, вот этот спортивный спортивно стертый руль, бля. Он знаешь, почему стертый? Агрессивная, бля, хуя, рулежка. Ты постоянно же ты перебираешь его, ну, ты потеешь на пике эмоций. Это спортивный руль. Там он со строчкой, а здесь без строчки. Тогда не было еще на АвтоВАЗе ниток красных. Они тогда их еще не прикупили. Я свой покой утратил, бля, калина спорт. Те, кто нам вот это все дает, те, кто это творит, кто это рисует, кто это вообще запускает, кто это одобряет. Когда Господь Бог раздавал, бля, мозги, вы где стояли? В очереди за косметикой, что ли? Или в очереди за пиздюлями, бля? Вот, ну, просто, ребят, сравнение сегодня такое. Мы начали прям с салона автомобиля, потому что мы поехали, я думаю, давай начнем прям с салона автомобиля снимать. Так что вот, сегодня такое простое, обычное сравнение, бля, с калиной спорт 1 и калиной 2. Спорт. Правильно ее называть Калина 2 спорт. Я сам охуел от этой подачи, от этой информации. Бля, вот, ну, как бы я сижу на спортивном сиденье, на пиздец каком заряженном болиде. У меня, блядь, спидометр, блядь, как бы разрисован под спорт. На нем 200 километров, блядь, расчерчено там все дела. Ощущение было такое, как будто я ехал вот, ну, на чистой хуйне. Типа, почему? Бля, потому что я только что помыл. Хуйня, бля. Да, ну что ты хотел, ну, это 4 заебал. Ну да, это же Калина Спорт 1. И 4. Бля, вот такой вот позитивный у нас, бля, хозяин. Кстати, узнали этого человека. Вот, он у нас что сделал? Он въебался в моменте в сосну. Продал свою BMW тройку и купил Калину Спорт 1, блядь. Бля, зато я теперь могу грачевать. На BMW он драчевал, а на Калине Спорт 1 он теперь грачует, блядь. Хочешь помочь человека, блядь? Вот сразу просто засунь ключ, блядь, и все. Этот, блядь, звук он уничтожает прям очень сильно, блядь. Бля, он прям вымораживает, нет? Вот если ты хочешь помучить, на самом деле, и поиздеваться, бля, вот над человеком, да, просто посади его в АвтоВАЗ, особенно в Калину. Это же именно калиновский звук. В Калине Спорт 1, да и вообще в Калине, в любой ты хочешь, блядь, ну хуй, с левой стороны найти подлокотник, то ты его нихуя не найдешь, потому что это не подлокотник. Если ты будешь рассчитывать вот на этот подлокотник, ты заработаешь искривление позвоночника. Берешь обычный стандартный подлокотник, который куплен на базаре, ставишь его сюда и хуяришь вот так, как камазист. А хули делать, надо как-то выходить из положения. А здесь ты уже, бля, прям чувствуешь себя не вибаться каким спортсменом. Ладно, хуй с ним спортсмен. Ну, есть кое-какие недочеты, конечно, неудобства. Но это хуйня, вся машина как бы неудобна. Стыд и срам, бля, вот, ну, самый настоящий. Ну, пиздец, едешь как, бля, в натуре, бля, сутулый. Просто хочешь немножко комфорта добиться в этой кочерге, бля. В натуре телега. Итак, короче, бля, приступим к нашему обзору, пацаны. В чем прикол двух калин, бля, объясню. На калину мы делали уже, на вторую калину. Ну, как бы там не калина, ну, калина вторая была, да, но был НФР. Вот, и очень много людей просили сделать именно калину спорт. И вот я решил сделать именно, знаете, какой вариант. Так получилось, что мой дружище Хеток продал BMW. Сейчас вот они опять проедут. Но такое ощущение, как будто мы, брат, стоим на проспекте Костая. Так получилось, что он продал свою трешку тричастую и купил Калину Спорт для того, чтобы грачевать. Ну, он и так грач, блядь. Ну, еще купил, короче, чтобы грачевать, подтаксовывать, нет денег зарабатывать там и так далее. В итоге поздели, он мне говорит, может, говорит, сделаем обзор на мою Калину Спорт. Я тоже, опять же, говорю, ну, нахуй она нужна. А потом просто сел в нее, просто вот увидел ее, сел, заглянул, думал, дай-ка сделаю, бля, обзор не просто на Калину Спорт 1, да, а сделаю ее в сравнении с Калиной Спорт 2.
точнее, с Калиной 2 спорт. Правильно так надо говорить. Калина 2 спорт. Спорт. Ебах, как я это говорю, да? EA Sport. Что вообще происходит с этим, бля, проклятым заводом, бля, да? Я вот, бля, меня прям опять вот сейчас вот, короче, разъебывает. Я столько сейчас посмеялся, пока мы ехали до этой локации, бля, что мы просто ошалели с котом, что вообще это за спорт. Давайте так потихоньку-потихоньку начинать. Что вообще изменилось, бля, у АвтоВАЗа от Калины Спорт 1, от Калины 1 спорт до Калины 2 спорт? Вообще, что изменилось от Калины 1 до Калины 2, по большому счету, да? Что они нам дали в новой Калине? Что они нам дали в новом спорте, там, образно говоря, да? Не так потихоньку приступим. Борода! Я и тот день, когда встретил я здесь эти Калины, бля. Здорово, брательник. Давайте, пацаны. Куда, бля, да, куда не уедешь, одни хуй не спрячешься, бля, да. Вот, 10-го года тачка, это у нас 14-го года тачка, 4 года разница, бля, это вторая, это первая. Итоги, почему я ее называю? Калина, сука, Калина 1, спорт 1, я ее так и буду называть, Калина 1, спорт 1, бля. Почему говорю, что этих дебилов, вот дебилов там, да, надо именно так и назвать, бля. Биба долбоеб 1 и Биба долбоеб 2, я объясню почему. Калина 1, спорт 1, это вариант 16-клапанного спорта, 16-клапанной Калины, блядь, в обвесах спорт. Вот, вот что вы видите, вот это вот эти обвесы. Диски здесь уже, конечно, не те. Мы ее буквально недавно приобрели, на ней ездила девочка. Что в ней был? 1,4, короче, объем. 1,4, блядь. Понимаете, спорт какой, не въебаться, что за спортивная тачка. Если бы Энцо Феррари увидел бы ее, он бы сказал, да ну нахуй, вот так. Он бы, блядь, их к себе позвал работать. Скорее всего, тапочки носить. Какой у него тапочки спортивнее, чем, блядь, вот это. Это тачка. Калина Спорт 1, бля, 89 лошадей на 16 клапанах, бля. Ух, ёб твою мать, одна хочет уебать отсюда. Вот так вот они отсюда уебывают. Лезь, сучка, на место, пидораска. Капот открываете, она отсюда уебывает. Так и бывает на спортах. Такая лошадь дохлая, полудон, мухи над ней кружатся, бля. Лошади-то дохлые, бля. Я к чему это все прикалываю, пацаны? К чему я это все прикалываю? Откроем вот так, поставим. Калина. Ладно, хуй с ним, Калина. Ну, когда ты, бля, делаешь автомобиль, называя его спортом, то есть клеишь на него шильдик спорт и даешь ему, сука, всего лишь 89 лошадей, когда у тебя в такой же Калине восьмиклопе 82 или там 79, сколько там, точно не помню. О каком спорте может быть идти речь? 89 лошадей, бля, 89, да? И она идет, бля, что у нас? Спереди, бля, дисковые тормоза, сзади, бля, у них их любимые барабанные. Барабанные тормоза на спорте. Потом они выпускают Калину, бля, Спорт 2. Не Калину 2 Спорт, а Калину Спорт 2 в таком же варианте. А ее уже делал Биба 2, бля, долбоеб, который... Они там долбоебы. И они делают Калину Спорт 2, засовывают сюда приоровский шестнарь. Приоровский шестнарь, который выдавал 98 лошадей, и ставят в него дисковые тормоза назад. И все. И говорят, что это Калина Спорт 2. Вы понимаете, что делает АвтоВАЗ, блядь, с нами? Из года в год между вот этим автомобилем и вот этим автомобилем разница всего лишь в 4 года. Я даже не представляю, блядь. Вот сейчас если показать, что с этой машиной произошло за 9 лет, еще 200 тысяч нету. Да, конечно, это все эксплуатация, люди по-разному к ней относятся. Да, я понимаю. Спортом это назвать очень трудно. Во-первых, ублюдский кузов. Калиновский кузов, это просто пиздец. Вот в этой тачке, блядь, просто хочется вас похоронить. Чтобы вы с таким же спортивным, блядь, вариантом съебались нахуй. Спортивную подлодку себе сделаете, блядь. Спортивную, на шестнаре, желательно. Блядь. С прошивкой, сука, блядь. И, блядь, погрузитесь на дно морское, нахуй. И плавайте там, а соревнуйтесь с китами, блядь, с рыбками, блядь. Ну хую, кто там еще у них там? На дне морском, я просто не аквалангист, не знаю. Вот вам уже Калина 2 спорт. Вот за эту машину, да, хочется сказать спасибо АвтоВАЗу. Хочется реально от души, без пиздежа, реально без пиздежа. Я это уже говорил на обзоре Калина спорт, Калина МФР. Очень красивый кузов. Вот я и тогда сказал, что кузов Калины 2 в варианте спорта мне нравится не въебаться. Очень горячий, очень сочный. Очень вкусный кузов получился, да? Отъебитесь от меня. Вон говно, бля, что ко мне липнете? Бля, это не надо в обзоре, бля, ставить. Глядя на эту машину, бля, хочется просто взять и поаплодировать дизайнерам. Людям, которые рисовали вот эти линии. Потому что
очень, прям очень вкусно получилась ихняя морда. Вот очень. Просто смотришь, я прям вот клянусь, да, ту калину НФР, которую я тестировал, да, ее сейчас продают. Не буду говорить, за сколько ее продают, она у нас есть в Авито, если хотите. Салам, салам. Я вот ее буквально недавно увидел, он мне назвал цену, которую он за нее хочет. И вы знаете, у меня вот где-то дрогнуло, бля. Может, думаю, ее прикупить. Если бы была возможность ее купить чуть подешевле, да, я бы ее, может, купил. Потому что сам кузов мне пиздец как нравится. Вот это единственный кузов, за что я могу вам сказать, блядь, спасибо. Он реально получился очень красивым, бля. Очень красивым и реально внешний, это, бля, очень горячий хэтчбэк, который внешний может посоперничать. Реально, чисто внешний. В остальном это та же самая порнуха. Та же самая порнуха, бля, и ничего не изменилось. Ну, здесь, конечно, доработанная тачка. Здесь доработанная тачка, как и моя доработанная Приора была. Вот. Вот я хочу вам сказать, какой должен быть спорт, вы, утырки. Чтобы вы понимали, когда вы клеите, бля, на автомобиль, бля, шильдик спорт, то он должен быть. В этой машине должна быть харизма. И не только то, что вы дублируете номера, да, винкоды вон эти, дублируете, да, вон, бля, винкод, бля, раз винкод, бля, сука, два винкод, бля, сука, три винкод, бля, они раздублировали его, пиздец. Понимаете, вот. Вот такой должен быть спорт. Понимаете, человек ее купил, доработал ее, засунул в нее немножечко денег и получил реально автомобиль, который едет. Едет. Вы, наверное, там до сих пор не поняли, что слово спорт, это не просто ты наклеил шильдик спорт, да, и все. Пиздячил туда красную нитку, бля, и подаешь машину, бля, в виде спорта, бля, понимаешь, поднимая на нее цену. Делая ее якобы на каком-то отдельном подразделении Лада Спорт, да, что человек ее покупает, бля, думая, что это спорт, отдавая деньги за что-то спортивное, за что-то едущее, понимаете? В итоге, по итогу, выезжает, проезжает какое-то количество километров, к ней, к этой машине подъезжает, бля, обычная гранта на прошивке и дает ей в рот. Вот когда человек открывает капот, он должен понимать, что он отдал лавешки, блядь, за, бля, спорт, за что-то спортивное. Не за, бля, дохлых лошадей, блядь, понимаете? Не за дохлых лошадей, которые нихуя никуда не едут. Не за красную строчку, вы долбоебы, блядь. Или ваш, блядь, там, сука, хваленный, блядь, ваша хваленная Лада Гранта, Драйв Активия. Вообще, где находите такие слова, блядь? Кто вам это все делает, блядь? Мне пиздец просто как интересно. Лада Гранта, Драйв Активия. Драйверы у них в активе лежат. Доработал немножечко совсем мотор. Ничего в ней нету, никаких валов, блядь, ничего. Просто он поставил ресивер, поставил, блядь, впуск-выпуск. Это все, естественно, конечно, это все на прошивке, потому что без прошивки это никуда ехать не будет. Музыка, конечно, это уже дело каждого. Он покупает спорт, чтобы сделать в итоге из него, сука, спорт, блядь. Чтоб он немножко поехал. А управление, блядь. Ну да, управление у них охуительное. Я еще тогда и на гранте говорил, когда делал на гранту спорт. Мне нравится, выхлоп какой у нее интересный, да. Здесь за салон ничего говорить не стоит, что он по большому, обшивки переделаны, все переклеенное. То есть человек сделал тачку под себя. Он создал сам свой маленький спорт. Бля, как она охуительно залазит в повороты, бля. Нету сноса какого-то там, бля. Охуительно едет машинка, прям вот в натуре охуительно. Единственный кузов, единственная машина, которая на самом деле всегда нравилась людям, да, которую любят, которую хвалят, это что первая калина, что вторая калина. Неважно, спорт, не спорт, неважно. Ну, когда ты ее покупаешь с салона, бля, это полное уныние. Да, она красивая, да, она ничего так смотрит. И вот, ну, бля, сколько еще вложений надо в то, чтобы это реально хоть как-то чуть-чуть назывался спорт. Ну, хуя, чтобы я приехал, бля, будучи молодым, бля, это же спорт. Эта машина заточена, бля, не под стариков. Чтобы мы покупали ее и кайфовали, чтобы мы могли сказать, вау, какая она. Вау, вот именно, чтобы она вызывала вот такое, типа, вау, блядь. А не что ты покупаешь, а потом докидываешь, дособираешь, создаешь себе свое, бля. Доделываешь, и непонятно, за что ты изначально отдал денег, бля. Вот такой должен быть спорт. Кайфовый, молодежный, горячий, бля. Отдавая здесь какие-то небольшие деньги, которые вы, пидоры, не можете изначально дать человеку, бля. Да, конечно, он поставил сюда хорошие, легкие, облегченные колеса. Поднимите, бля, диски, бля, родные, заводские.
Заводские диски поднимите. Кто-нибудь когда-нибудь поднял из вас, идиотов, блядь, диск, вот этот спицевый, заводской, который шел на спорте? Его двумя руками надо поднимать. Вы даже в этом не понимаете. Вы делаете какое-то красивое колесо, оно весит, я ебу и плакаю. Он доработал стоковый автомобиль, что она стала реально хоть как-то напоминать спорт. То есть, чтобы сделать из этой машины, бля, вот эту машину, ничего не надо. Понимаете? У них одна капсула. Одна. Чтобы сделать из Калины 1, бля, Калину 2, нихуя не надо. Берете просто грантовский телевизор или телевизор Калины 2, хотя это практически одна и та же хуйня. Вы сверливаете его отсюда, вставляете его сюда, меняете капот, крылья, бля, все. У вас Калина 2. Абсолютно одинаковые двери. Какой нахуй Калина 2? Я его рот ебал, бля. Вот это должен был быть просто фейслифтинг. Вот это должна была быть FL. Все то же самое, такие же. Ну, обивки разные. Ну, двери-то одинаковые, ручки одинаковые. Заднее крыло, ну, плюс-минус одинаковое. Под задний стоп, конечно, оно другое будет. Форма крыла будет другая. Что говорить дальше? Вы, ну, посмотри на эти сиденья. Вот эти сиденья. Калина Спорт, понимаешь? Калина Спорт. Что они поменяли здесь? А? Ничего. Просто поменяли строчки. Ты сидишь на нем, как на тракторе, блядь. Вы до каких пор будете вот этой хуйней страдать, а? До каких пор вы будете делать, блядь, из одной машины другую машину? Я прям ее жду, блядь, я просто в ахуях, что это за машина. Гранта FL Sport. Ты видел, они ее когда представляли, ее кто-то сфотографировал там в дороге, они ее обклеили, чтобы шифа... А что вы там клеите, уебки? Для чем обклеивать автомобиль, если человек его видит и понимает, что это та же Гранта? Я когда фотографию увидел, бля, какой она будет, я охуел. Они знаешь, что сделали? Они просто поставили туда бампера от Весты. Все. И диски. Все. Первая Гранта Спорт на 118 лошадей. Это, сука, блядь, Гранта FL Спорт на 120 лошадей. Две лошади дали. Что-то за нее. Вот таких. Вот. Вот одна лошадь вот здесь. Отправить ее нахуй надо туда. У нее в ноздрях вон трос торчит. Чтобы она с этим тросом к вам приехала. Чтобы она к вам во сне приходила, вот эта лошадь. Чтобы она вас не покидала до тех пор, пока вы не поймете, что, бля, людям надо давать, сука, другое. Ёбывает, натягивает нахуй людей одной и той же капсулой. Была Калина, потом стала Гранта, потом стала Калина 2, бля. Это все одна и та же машина, бля. Одна и та же люлька. Потом, бля, она стала, бля, Гранта FL. Сейчас она опять какая-то Калина Кросс. Сейчас выйдет на ее, бля, базе, бля, Гранта Спорт FL, бля. Они меняют только буквы и название. Все. Вот этот Шаолинь у них вот такой, бля. Они, блядь, просто вот придумали, блядь, спорт с буквами. Они соревнуются с буквами. Они меняют алфавит и все. Вот у них Шаолинь вот такой, блядь. Они вот мутки делают с букварем и придумывают хуйню и лепят на машины одно и то же, бля, вот так. Гранта была с грантовской панелью, потом в Гранте чудом оказалась калиновская панель, бля. Она стала Калиной, Калина поменяла ебало. Бля, Гранту, бля, убрали. Короче, хуй поймешь, что они там делают. Элементарно с этой убогой, бля, Kia Ceed. Хэтчбеки, которые стоят выше ляма, там, 1,5 миллиона, еще что-то. Люди их покупают, как горячие пирожки. Вам не стыдно? Сделайте хороший, горячий, блядь, интересный, молодежный хэтчбек, чтобы, блядь, я сам к вам пришел и сказал, продайте мне ее. Чтобы я ее сам хотел купить. Чтобы люди с интересом приходили. Нихуя. Вот такой, сука, должен быть вот спорт с завода. Красивый. Нарядный, доработанный, доделанный. И люди вам тогда начнут прощать ваши ошибки. Как только мы поймем, что вы на самом деле подумали о потребителе, мы начнем вам прощать. Понимаете? Хотя и так прощаем. Уже сколько лет. Я сам встану в очередь и куплю ее. А потом начинают говорить, да, там, что ты хуй, как это не хуй сосить? Когда ты видишь две разные машины, а по сути это одна и та же. Вот, ну, что за порнуха, я его мать ебал. Они поменяли цвет панели. Вы помните этот, блядь, поганый цвет, блядь, панели салона на колени? Детские неожиданности. Ты когда в натуре садился, чувствовал себя как в мультике, я его рот ебал. В мультике. Вот такое ощущение, как будто ты попал в Дисней. Я себя чувствовал Рокфором, бля, который вот, ну, гайку поебывал, вот этот тип. Вот, усы, блядь, который сыр видел и охуевал. Она же этот, с ключом постоянно рожковым ходила. Возьмите ее на работу! В АвтоВАЗ, пожалуйста, напишите Диснею, чтобы она вам помогала. Или вот этих типов, как их называют, эти, клипсики, ой, эти, шлип, блядь, фиксики, фиксики. Вот они и то блатнее делают. Я нет, их смотрю. Барбоскина тоже с собой цепаните. Вот, возьмите гайку фиксиков и барбоскиных. Все.
нормально? Нормально будет? Отвечаю, блатней тачку дадут. Отвечаю, в смысле, Вася, что вы там делаете? Спасибо, брат. Спасибо. Это или это? Не-не, брат, нет, не мужская. Забаху. Ну вот соберите этих, и все, и можете даже этих тоже, если надо, я черкану вам номер. Этих, дипси-ляля, тинки-винки, бля, вот их тоже. Просто за это хотелось поговорить, за философию АвтоВАЗа. Нету ее, априори ее нету. Нету. Это охуенно. Это что, это кто, я его ротим? Это росомаха какая-то, я его ротим. А посмотри. Оу, дебил, блядь. Оу, бля, может он суицидник. Представь, он сейчас встанет, он послушал, что происходит на АвтоВАЗе, да, и скажет, вот с таким лицом сброситься, да, я его ротим. Никаких заездов, ничего не хочу я даже, ну, нет, неинтересно, я не хочу. Я просто приехал показать вам две абсолютно одинаковые, по большому счету, машины с разными ебальниками. Спорт, блядь, вон он, бля, ебать, вон он, бля, ебать, хумалакский жеребец, ебаный в рот, бля. Скривило, прическа у нее ебанутая, как у этого, Трампа. Причесон у него в натуре, как у Трампампам, бля. Трамповская, бля, такая лошадь. До тех пор, пока АвтоВАЗ существует, я буду делать такие видео. Я буду делать их до тех пор, пока они не начнут делать. Дай бог мне просто здоровье, да, ребят. И мне нужна всего лишь ваша поддержка. Просто ваши лайки мне нужны. Ваша поддержка. Потому что для меня это самое главное, ребят. Для меня это самое главное. Самое главное для меня это ваша поддержка, ваши лайки, ваше признание. И я хочу быть одним из первых людей, которые придут и, блядь, который придет, точнее, скажет, я хочу купить Ладу, я хочу владеть Ладой. А до тех пор, пока они делают вот это вот говно, я не собираюсь становиться, бля, владельцем Лады, бля, понимаете? По крайней мере, с салона. Ну, бля, вот МФР-ку ту я бы купил, если честно. Даже пес меня поддерживает, ебать, бля, он... Потянись-ка сюда. О, Васька, иди-ка сюда. Иди сюда. Правильно, даже собака к ним близко не подходит, к этим автомобилям, бля. Всем салам, спасибо большое за то, что с нами. Спасибо за то, что ставите лайки. Спасибо за то, что даже ставите дизлайки. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на наш инстаграм Asata Channel Official. А напоследок хочется, знаете, что сказать. Не знаю, может быть, это будет пафосно, я не знаю. Вы сами прекрасно знаете, что я не такой человек, но все-таки хочется сказать. Марат Борода один. Не номер один, он один. Все остальное, пацаны, аналоги. Понимаете? Просто аналоги. Я думаю, кто понял, тот понял. Кто не понял, тот не понял. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки с дизлайками. Я вернулся, пацаны, таким, каким я был. Давайте, братски, спасибо за то, что со мной. Дай вам Бог. Всего вам самого доброго. Давайте, парни, не пропадайте. Че, брательник? Пора тебе вернуться на место. Давай ты, слышь, съебался обратно нахуй, блядь.